собрались передо мной. Боитесь, дрожите, детей к груди прижимаете. Трис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тилли, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Карта тебе идет. И заняться нечем. Надо бы оторваться от стола. Но, дорогой, сегодня твой счастливый день. Так, ну что, погнали дальше. С этим играть, что ли, нужно будет? Так. Офигеть. Так, это будет давать. Блин, тут что-то было. Поднимемся. Ладно, пойдем. И заняться нечем. Удачи в дороге. Как сегодня идет карта? Я с плебсом не играю. Плебс? Ну давай вот это. Когда-то меня даже в рыцари посвящали. Действительно? И кто проводил посвящение? Позвольте спросить. Мэва, королева Лирии и Риви. Во время Второй войны. Так вышло, что мы с друзьями отбросили нильфгаардцев в стычке на мосту. Мэва приказала мне встать на колени и повторить слова присяги. Битва за мост? Слышал, слышал. Понимаю. И снимаю претензии. Давай сыграем. Сыграем? Безусловно. Желаю успеха. Блин, опять играть придется. Я уже не помню как. Блин. Чудовище. Так, лидер.
Ну, давай начнем игру. Ничего не помню. Остальные были нормальные карты. Начало раунда. Окей, погнали. Ход противника. Блин, что-то у него вообще гребец. Сильные. Себе. Нет, пока это не надо. Давай вот это вот еще. Чем делать-то? Шпион этот, блин. Ну-ка, что это дает? Гребаная пихтура. Бьянку? О, бьянку. Морали, окей. Так. Окей. Так, не надо, не надо. Сделаем. Блин, типа, сколько ходов осталось? А, так вот сделаем, потом. Вот так вот. 15. У него 9 карт. Ну, блин.
Так, еще раз нужно выиграть. Так. Пойдет. Так. 8. 13. Офигеть. Что это такое? Блин, на бойных отрядах снимает. Блин. Окей, пока. Блин, мне кажется, я этот раунд проиграл. Даже тут 12, цик 13. Ну давай попробуем что делать. Он будет пасовать. Блин, офигеть. А мне уже не хватает никого. Даже это 12. Плюс. Давай. Отличная игра. В смысле? Поздравляю. Сердечно благодарю. Если захочешь реванша, говори. В смысле, я же про... Можно присоединиться? Можно. Я хотел сдать. Милости просим. Сыграем? Безусловно. Желаю успеха. Так, карта для карты в колоде. Давай вот этого что ли поставим? А, нет, иди. Погнал. Это убираем. Это убираем. Ставим сюда. Вот этого.
О, чувствую, я тут застрял в этой игре. Так. Ну давай начнем. Заменим. Блин. Ну, окей. Ну ладно, погнали. Так, мы пойдем, наверное. Вот так вот. То сделал. Так, либо 12, либо 15. Подожди. Главное. Так. Thank you.
Так, мой ход. Ну окей. Так, понял. Че, серьезно? 20-20-25, блин. 2, 1, блин, на одну меня победил. Серьезно. Отличная игра. Поздравляю. Сердечно благодарю. Если захочешь реванша, говори. А, давай с тобой поиграем. Я присоединюсь. Я тебя тут никогда не видел. Я тебя тоже здесь никогда не видел. Ты явно не знаешь, кто я такой, раз пытаешься держать фасон. А мы здесь фасонистых не любим. Откуда ты вообще узнал про это место? Меня пропустили. Для тебя этого достаточно. Нет. Надеюсь, тебя кто-нибудь рекомендует. А до тех пор я с тебя глаз не спущу. Разговор закончен? Тогда давай уже играть. Не вопрос. Садись. Окей. Нормально. Только мы сделаем сейчас вот так вот.
Вот, что это спасал? Вау. Блин, я тупанул. Вообще тупанул. Ладно. Блин, тупанул конкретно. Погода какая-то. Ай, какого мне дают? Семьдесят один просто. Да. Вот же! Карта идет как никогда! Я заметил. Раздобудь денег и возвращайся. Может, я позволю тебе отыграться. Окей. Давай с этим еще попробуем. Что-то они какие-то себе бешеные просто. Мутант? Что здесь, сука, делает ведьмак? Ты видишь здесь топляка или еще какого-нибудь пиздогона? Чудищ нет, так что можем спокойно сыграть в карты. Деловой? Конечно, можем сыграть. Если только деньги есть. Найдутся. Фиштиху. Говорят, тут лучший фиштих в городе. Я хочу просто поиграть. Раз ты настаиваешь. Чувствую, разделаю я тебя, как бог черепаху.
Окей. Чего он там поставил-то себе? Так, двоечка, да? Ну давай тоже какой-нибудь. По-по-по-по. Вот этого. Три, пять. Ну, давай пол поставим. Ну, вот этого можно поставить. Пускай они будут так вот. Нифига он. Десяточку накинул сразу. Окей. Так вот сделаем. Мороз. На 2-4. Фу-фу-фу-фу-фу. Ну окей. Вот так вот. Так вот делаем. Серьезно. Конечно. Четыре, значит, что мне нужно? Можем так вот сделать чик. Во. Отлично. Давай я спасую. В смысле? Нет. Да, блин, я не понимаю правила этой игры.
только не тот, блин. Уход. Я его сейчас выберу. Блин, что это такое? Десятка. Почему я не могу выбрать? Да почему? Продулся ты, братишка. Но если вернешься с деньгами, дам тебе еще один шанс. Приветствую еще раз. Собрался поиграть? Давай. Раз ты настаиваешь. Чувствую, раз делаю я тебя как бог черепаху. Чего? Чего выиграл? Всякая хуйня вот это. Хотя может перебиться. Как бы. Да вот так. Пошел с этих. Ну тоже вот с этого года. Вот так вот бах. Их сразу четверочка. А я тоже спасую, чё? По-моему, этого достаточно. Так. Окей. Так, вот с этих пойдем. Окей. А я пойду с этого. А почему ему 13? Ничего не понимаю.
Ошибись. Проблема. Проигрываем. А что, я не взял никакую карту, что ли? Блядь, как он усилился. Как почему 16, а у меня 15, блядь. Подожди, 20-ку. Опа. Ну-ка, получится, нет? Блядь, 19. Продулся ты, братишка. Но если вернешься с деньгами, дам тебе еще один шанс. Эй, седой! Приветствую еще раз. Собрался поиграть? Раз ты настаиваешь. Чувствую, разделаю я тебя, как бог черепаху. Все, погнали. Чай сделаем. Так, эти вот выставляем. Это заменим. Так, я, да? В принципе, мне не очень-то нужен. Давай все-таки с него пойдем сначала. Ой, сразу десяточку такой.
Так, баллисты оставим. А что он делает? Пятерку он добавится. Да, не могу. Вот так. Вот так вот. Ба, 15. Три. Сюда. Двадцаточка. 28. 28. Да, бля, он охуел. Окей, ладно. Это 26. Ну, давай вот так, что ли, пойду. Блин, я даже не знаю. Он сейчас пасует. Что это такое он сделал? 26. А это что дает? Плюс 1, 7. А, плюс 1 дает, да? Это, то есть у меня 27, и он будет. Вот так вот, давай. Тридцать три. Блин. Тридцать три, подожди. Тридцать три. А, вот этого. И прячем 34 от противника. Ух, видимо, он меня поимел. А, блядь, ты чё, серьёзно, что ли, а? Еще, короче, кого я получил? Двадцать девять. Блин, вообще ничего не помогло. Типа, как так? 38 как было, так и осталось. Продулся ты, братишка. Но если вернешься с деньгами, дам тебе еще один шанс. Приветствую еще раз. Собрался поиграть? Раз ты настаиваешь. Чувствую, раз делаю я тебя как бог черепаху. Давай, короче, еще раз. Вставляем. Давай сразу вот эту карту выкидываем. Вот так вот делаем.
Так, восьмерочка, 12. Окей. Давай тогда пойдем отсюда. Окей. Я думаю, тогда сделаем вот так вот. Так вот. 18. Окей. Так, лучница. Бах. Часовую. Как он так три карты у меня коснил, ничего не понимаю. Так и кончится. Пятку. Окей. Вот так. Пошли, короче. Он сейчас пасует. Так. Ну и все, вот ты попался. Тоже спасу. Я с тобой не играю. Ты мне несчастье приносишь. Иди разорей кого-нибудь другого. С другой стороны, кому в картах не везет, везет в любви. Можно присоединиться? Можно. Милости просим.
Слышь, я передумал. Не хочется мне играть. Может, позже? Не стану тебя принуждать. Но если надумаешь, милости просим. Заняться нечем. Эй, Седой! А ты чё там? Можно? Опять ты? Ну давай. Мы как раз собирались раздать. Блин, ну вот какой-то дикий вообще. В таком случае сыграем. Скучно. Вот это поменяем. О, нормально. Я первый типа хожу. Окей, ну давай тогда пойдем с этого, что ли? Блин, плохо, что я первый хожу. Дадим ему выиграть, мы возьмем карты себе. На одну больше взяли. Сразу прилетела. Да. Так, раз. Так, он взял себе карту. Двадцатку. В смысле? Ничего не понял. Теперь можно вот так вот сделать. Опять у него эта карта. Тоже пойдем с этих. Чего?
сейчас будет пасовать, получается. Ладно, пасует. Офигеть. Вот же! Карта идет как никогда! Я заметил. Раздобудь денег и возвращайся. Может, я позволю тебе отыграться. Эй, седой! А ты чё такой белый? Не, давай с этим поменяемся. Можно присоединиться? Можно. Милости просим. Сыграем? Безусловно. Желаю успеха. Так, ну чё, с чего он пойдёт-то? Две карты взял. Давай. Это бессмысленно. Можно сейчас луков пойти. Шесть. Так, он увеличил 12. Десяточку зарядил. Десяточку зарядил. Блин, ты чё гонишь? Окей, может мне подхватит? Река, ты мороз, пожалуйста. Нет. Офигеть.
Все, ну нормально, молодец. Сим-карт еще. Десятку сразу. И еще, короче, усиление. Спать будет. Отличная игра. Поздравляю. Сердечно благодарю. Если захочешь реванша, говори. Можно присоединиться? Можно. Милости просим. Сыграем? Безусловно. Желаю успеха. Так. Так, что мороз? Давай-ка ливень. Так, он берет две карты. Окей. Так, я пойду с этих. Сейчас просто мы его разъебем. Ну и что так пойдет. Нормально.
Так вот. Неплохо. Так вот. Решил перестраховаться. Ты думаешь? Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ну давай, окей, так вот. Бах. Карты еще. Так, может спуститься где-то там в карту? Посмотреть. Поздравляю. Сердечно благодарю. Если захочешь реванша, говори. Тебе чего? Много себе позволяешь. А? Эй, седой! А ты чё такой белый? Снова ты здесь крутишься, ревизский бродяга. Может тут что-нибудь купить можно всё-таки? И от страха такой бледный. Какие-нибудь колоды карт. Можно? Почему нет? Я бы сыграл, но меня интересуют только большие ставки. Я тебя не знаю. Может, есть у тебя деньги, а может, нет. Может, умеешь ты себя вести, а может, не умеешь. Если с тобой не будет хлопот, то потом и по-крупному сыграешь. А пока что масса столов для любителей ждут тебя наверху. Смотри, не просади все сразу. Раздачи ищешь. Эй, седой! А ты чё такой белый? Можно присоединиться? Можно. Милости просим. Колоду поменять, не знаю. Чё это с этой колодой вообще? Сыграем? Безусловно. Желаю успеха. Двенадцать карт.
8, 32. Так, мне здесь не нужна Ливи. Нужна только Мальва нужна, кстати. Если вот это нужна тоже. Нет. Все, да. Чего? Так, это мороз. Так, это нужно. Так. Мы его просто... Шесть. А она тебе еще. Более еще взял, да? Окей. Так вот тебя. Опа. Все. Так, и потом мы делаем вот так вот. Лучница у нас вот так вот. Ну как, побольше теперь. Стало. Ну чё, пошли, поехали. Да, так. Ну, поехали вот так вот. Пятёрка. Ну да, пятёрка. Вот так, тык. Он усилил командный дух. Окей. Это не страшно. Потому что мы делаем вот так вот. Укрепляй. Десятка у него есть. Окей. Блин, а я что, не могу, что ли?
О, вот хапануло-то. О, у меня карта, кстати. Давай-ка тогда сделаем вот так вот. Блин. 93. Так вот. То семь. Садка. Угу. Наверное, я не вытяну. Как у него 65? Ничего не понимаю. Сейчас, может, у него карты не будет. Поздравляю с выигрышем. Спасибо. О. Вижу, карта тебе идет. Да, мне сегодня везет. Если счастье тебе благоприятствует, этим надо бы воспользоваться. Наверху есть комната для избранных. Вот там действительно крупные ставки. Если так, приму приглашение. Пойдем со мной. Там, где кровища. Вот комната для избранных. Здесь никто не будет мешать. Не слишком тут уютно, да и играть неудобно. Человек недоверчивый мог бы подумать, что это комната для допросов. Младший не верит в чудеса. В этой комнате мы объясняем ловкачам, как сильно он не любит, когда его обкрадывают. Займитесь им как следует, а когда закончите, обмотайте ему ноги якорной цепью и в фондер. Ух ты! Я
или до полусмерти. Эй, ты слышишь меня? Ничего нет. Ну-ка, что там? Рико. Живой? Не добивай. Его в мыслях не было. Вот меня эти выродки отделали. Кости целы. Ты освободишь меня? Вижу, не так уж сильно тебя поколотили. Давай-ка поговорим. Что ты здесь делаешь? А ты как думаешь? Сижу вот. Ну ладно, не буду умничать. Они решили, что я шпион Бедлама. Вот и схватили. А ты шпион? Ну, вроде как. И чего ж ты вроде как вызнал? Ублюдок снюхался с реданцами. Не знаю точно, в чем там дело, но дружится он с ними. Больше я ничего не знаю. Береги себя. Спасибо. Я затаюсь, пока все не кончится. Скажу Бедламу, что ты мне помог. Загляни к нему, он наверняка тебя отблагодарит. Какие проблемы? А? Ах ты, собачий потрох! Ну-ка попробуй со мной! Хватит болтать! К бою! Готово. Oh.
Так, карта мира. Не знаю. Приветствую. Вы по какому делу? Я договорился с Розой об уроке фехтования. Геральт из Ривии, правильно? Барышня как раз вышла погулять к храмовому мосту. Просила, чтобы вы к ней присоединились. Интересный, чувствую, будет урок. Спасибо. Миллион взять, миллион отдать. Выходит, уже 2 миллиона. Ау! Берегите себя. Не шляйся тут. Ты! Спать, спать, Только спать. У меня кафтаны на последней моде. Выглядят как нильгардские. Мода пришла с юга. Скоро тут все будет выглядеть. Вечный огонь. Видимо. Все дороги ведут в Махакам. По глазам твоим бьются за главу. Геральт Ривийский. Нет ли здесь этого говнюка? Проще в жопе зуб найти, чем ублюдка в его доме. Тесак велел искать тщательно. Вот мы и ищем. Потом надо будет падаль сжечь, не то крысы сбегутся. А в шахте ведь как на войне. То тут что-нибудь ёбнет, то там пиздает. Как бы так нанять ведьмака, долги выбивать? Трудно тебе тут будет с работой, ведьмак. Здесь нет ничего интересного. Славные бритвы! Славные бритвы! Так. Эти краснолюды поработали лучше сборщиков долгов. Все вынесли. Тут пусто. В потемках видишь, силой тоже не обижен. В горняки б сгодился.
Разве что башкой за свод цепляться будешь. Ведь как на войне, то тут что-нибудь ёбнут. Все дороги ведут в Махакал. Геральт Ривийский! Где же я теперь найду свежую вараньи печенку? Хочешь записаться в страну? Должна была быть свежая. А это что? Свежая рыба. Это свежая. Не задерживаться! А! Не надо ли тебе чего, мастер? И куда вы так спешите? Нашим палец всю руку отхватит. Пустили одного чужака, называется. Чтоб тебе домовые в суп насрали, лохуда. Ненавижу, бляди. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Вилли сотрудничает с Родовидом. Если это верные сведения, у ублюдка больше неприятностей, чем ему кажется. Источник вполне надежный. Это могло бы объяснить, почему ублюдок почувствовал себя настолько сильным, чтобы ломиться из большой четверки. Мне нужен кто-то, кто проведет меня к младшему. У тебя же есть старые связи в Редании? Нет, а вот у тебя есть. Поясни. Темерец. Бывший командир славных синих полосок. Смекаешь? Вернон Роше. Он затаился вместе со своими людьми в лагере у Оксенфурта. Загляни к нему, он хоть порадуется. Так, ты у меня.